Что бывает, когда за общее дело берутся юные натуралисты и техники? Творческая экологическая акция «Подарок маме» уже в четвертый раз в этом году юнаты экологического волонтерского отряда «Зеленая молодежь» собираются для проведения необычного мероприятия. Совместив два ноябрьских праздника, Международный день вторичной переработки бытовой упаковки и Всероссийский день матери, была организована акция по изготовлению сувениров и подарков любимым мамам нашего города и заказавшихся уже ненужными вещей. А кто, если не креативные юные техники из объединений «Уютный дом» и «Рукоделкин» могут сделать сувениры по-настоящему красочными? Для этого мы использовали ненужные диски, оберточную бумагу, ненужные пуговицы, клеенку и создали замечательные открытки, которые мы будем дарить всем прохожим мамам. И будем надеяться, что они также научат своих детей делать своими руками такую красоту. Ребята собирались на общих занятиях в течение всего ноября. Планировали ход проведения акции. Собирали материалы, сочиняли поздравительный текст. И, конечно, мастерили. 24 ноября на улицах поселка Кубриз состоялось торжественное вручение сувениров-открыток. Эмоции переполняли и ребят, и проходящих мам. Поздравляем вас, всем мам. Спасибо большое. И вам всех удачи. Хороших успехов в школе. Сейчас юнаты и техники обсуждают новую идею – защиту хвойных новогодних красавиц. Так что ждите волонтеров на улицах нашего города. Поздравляем всех мам! Алена Лавринова, Игорь Иванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».